прямом эфире новости 24. Продолжаем выпуск. 43 паспорта, которые страшно испортить или потерять. Выдающиеся девятиклассники Красноярского края на этих выходных получили свой главный российский документ из рук губернатора Льва Кузнецова. Он вновь поддержал традицию, вручил паспорта и почетные грамоты в день рождения региона. В большой зал правительства края были приглашены школьники из районов, которые смогли достичь успеха в спорте, учебе или искусстве. Мероприятие прошло в торжественной обстановке. Обращаясь к школьникам, Лев Кузнецов выразил надежду на то, что через 10-15 лет именно эти ребята смогут прославить Красноярский край на весь мир и приумножить его научную, культурную и спортивную мощь. Вы сегодня получите паспорта гражданина Российской Федерации. Это очень почетно, потому что вы с получением этого важного документа приобретаете новые права, дающие вам возможность влиять на судьбу и историю нашей страны. Но это и большая ответственность, потому что от ваших решений, от вашего личного участия в конечном итоге будет зависеть то, в каком крае, в какой стране мы будем жить. Лев Кузнецов на вручении много шутил, сфотографировался с каждым школьником отдельно и даже поручил подчиненным провести экскурсию по всему зданию правительства и открыть перед старшеклассниками все двери. Сами ребята на церемонии сильно волновались. В этот день школьникам не только предстояло получить свой главный документ, но и пожать руку первому лицу региона. У меня руки дрожали, я переживала. Хотя бы там ничего такого нет, но я переживала очень. Тебе губернатор наш красивый, красивый, добрый, веселый. Один со всего города приехал в этом году, получил паспорт. Это особенное событие перед публикой. Волнительно было, конечно, когда поворачивался. Но так нет, не очень. А губернатора не боялся? Нет.